Уважаемые жители и гости Северского района, от имени Госавтоинспекции хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам здоровья, счастья и исполнения желаний. В период зимних каникул хочу обратить внимание родителей на важность ответственного отношения к обеспечению безопасности детей на дорогах. Усильте контроль за детьми и своим примером демонстрируйте законопослушное поведение. Дорогие ребята, соблюдайте правила дорожного движения, и ваш жизненный путь будет увлекательным и безопасным. Также хочу обратиться к водителям. Управляя транспортным средством, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно внимательны и осторожны вблизи пешеходных переходов и в местах массового скопления граждан.